себе хозяйка. Привет, добрый вечер. Добрый. Куда мы собрались? Мы идем на демонстрацию. Ну, сними меня, сними. Давай. Сними меня, фотограф, сделай мне... Сделай мне красиво. Ну вот, посмотрите, какая... Я люблю платье... И ишенка глазунья. Углами. Угу. Я хочу такое же заказать портному Тейлору, черное. Мне очень нравится. Это платье у меня... Ему очень много лет. Еще когда я работала на секонде, я его продавала. Оно оказалось индийское. Еще до Индии, наверное, я его пыталась продать. Оно что-то не продавалось. Я его уже даже за 50 рублей продавала. А потом поехала в Индию и взяла его с собой. И вот ему вот уже, наверное, в моей жизни 13 лет точно. Ого. Да. А я сегодня обрезала штаны. Ага. Покажу издалека. Обрезала штаны. Хотела, как обычно, вот так. Сделала по сирым, ага. А они длиннее. Как? Хорошо. А я вам как? На кого я похожа? Я уже сказала про глазунья. Она сказала, что я как яичница глазунья. Я что-то про это не подумала. Телефон тут. Я просто не захотела белую кофточку. Он... Повели этого корову. Белую кофточку одевать, а то выйдет как будто свадьба. Да, папа. Да, папа. We come. We come. We already almost on main road. Мы идем. И мы идем. Да. У нас день рождения у Олиного мужа, у Виктора. Они нас пригласили в Кинару. Ну и где он там? Куда? Вон он стоит, вон он опять с кем-то обнимается. А, Кармен, Карменчик к нам приходила. Испанка жгуча. Шикарная женщина. Ей уже... Лет 70, она такая тусовщица. И поплясать, и потусить, и выпить. Кармен! Fine, thank you, how are you? Fine. I came from the travel agency. Because I had to go out from India. Good man. Hello. And then... I go to Sri Lanka. А, потом на Шри-Ланку поедет. Одна путешествует. В Пушкаре была. Видите, была, беги давай в аптеку. Сейчас мы тебя захватим. Ага. Фармасе. Мне тоже надо каплю в нос. Нашла? Есть у них? Показываю. You have drops for nose for me. Give me one. Ну, здесь все вместе, да, все, что нужно? Да, раз, да. Два, три. Да. Да, мочалки. В отдельной такой коробочке. А ты пьешь, смотри-ка, нету уже ромашкового чая. Ты его пьешь? Я вот тогда последний забрала. Вот только что два пакета выпила. А she want antibiotics. Че ты не зашла? У меня еда лежит. Тебе. Холодильник чистила. Transform mind in pure bliss and freedom. Трансформировать. Давай, сейчас, ага, мы waiting for she. Спросила, короче, сколько лет. Я говорю, если это не секрет, скажи мне, сколько тебе лет, Кармен. Она говорит, а ты меня в прошлый раз спрашивала. Тогда мне было 65, сейчас 66. Купила? Да, я прям почувствовала себя здоровой. То название? Правильное название? Она сказала, микстура немножко другая. Но микстура, ладно, лишь бы антибиотик тот же был. Да. Я, наверное, сейчас тогда, что меня будете ждать? Сейчас пока горбати куплю. Куплю бокс по горбати. Хорошо. И приходи.
подарочек. Did you take our gift? Я сейчас пока зайду за подарком, а потом буду вас искать. Если вдруг к этому времени стемнеет, а стемнеет минут через 10, я буду кричать в кафе. Ира, папа. Ира, папа, да. Так что не бойтесь. Привет. Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А где этот магазинчик? Дальше. Следующий. Какой ты посоветуешь аграбатый? С каким вкусом взять? Я лаванду люблю. Универсальная лаванда всем нравится. Ага, хорошо. Я помню, что был музыкальный магазин. А следующий, вон, за простынями. Она уже ждет. Оля. Тебе как блогеру, тебе нужно было стоять уже давно с телефоном. Я его только что спрятала. Вот наши гости. Это Шаши, а это Ирина. И сейчас еще Оксана подойдет. Я видела, она идет, да? Угу. Арупок. А Арупок, он в ресторане, наверное, подъедет. Так мы идем? Да. Она сказала, я буду кричать. Видишь, я даже это одела золото-бриллианты. Обалдеть. У меня золото-бриллиантов нет, я с янтарем. Ага. Нет, но это индийское золото. Виктор там. По 100 рупий. Виктор нет? Да, Виктор там. Ага. Мы не знаем, Ира, где вы командуете. Мы-то люди новые. Мы иногда вот эти веранды любим, но я сейчас в платье в коротком еще. Очень неудобно, да, ноги скрещивать. Я же хотела красиво выйти с выходом. Очень красиво. А Оксана сказала, что я похожа на яичницу. Директор яичной фабрики. Да. Выбирайте, этот какой? Вот папа лайк. Какой? Венецик. Да, это хороший. Это хороший. А, можно там, да. Окей, happy birthday. Где будем сидеть? Или там, или здесь, вы хотите. Я не знаю, здесь, где люди. Давайте. Где Ирина, скажет, мы вот здесь уже сидели, праздновали наш праздник. Сейчас Оксана придет. И потом официальная часть. Презент. Он подсматривает или не подсматривает? Ну покажи, Витя. Его поставили не томи. Подслушивать, а он еще блин, и подглядывает. Блин, а я не снимаю, вот так всегда и бывает. Давай. Смотри, это яйцо поставлено. Опа. Хрустальный шар, да. Это презент от Шаши. For energy. Для энергии и связи с тонким миром. Прет в ней. Возьми. Yes, for energy. Если хотите ответ на какой-нибудь вопрос получить, вы сосредоточьтесь, вот его в руку возьмите и задайте вопрос Вселенной. И у вас пойдут правильные ответы, правильная интуиция. Или даже можно на книгу, допустим, книгу спросить какой-то вопрос, открываешь книгу на любой странице и читаешь, так тыкаешь или говоришь, там 53-я страница, 6-я строчка сверху. Но вначале надо подержать хрустальный шар. Ай, вначале все-таки шар. Все-таки эту шар. Это не выкидывай, это индийское. Домой так и поедет. Спрячем. Мы предпочитаем, когда люди путешествуют, не дарить тяжелые, огромные такие монументальные подарки там, чтобы... Не, подождем, Оксана, потом это все. Есть еще меню.
Ира, мы как профаны в этом деле. Мы что-то купили, если подойдет. А, да, они как раз такое пьют. Да, да, прекрасно, прекрасно. Они именно это и пьют. Да. Саша говорит, хорошо, что я не купил. Я ему сейчас по дороге говорю. А может, одно говорит, пепси, говорит, я сейчас им принесу, потому что они пьют с пепси. Блин, Оксана, подожди, подожди, буду подлежаться, у меня кашель, я не знаю, кто. Оксана, подожди, блогер же. Учитывай. Это Оксана, это Виктор. Всем приветик. Мы-то вас всех знаем, это вы нас не знаете. Вы? Для аромапалочек домик. Обалдеть, обалдеть. Вот так. Что вы пепел? Это не важно. А это сами палочки. Палочки. А где теперь шаши? А он пошел, там, он пошел пепси купить. Пластик еще потребуется, нужен? Положи, Виктор. Ага. Присаживайся, Оксана. А где Рупорт? Рупорт на работе. А приедет, да? Ну, надо его выдернуть, да, сказать ему. Скажи, живо, уже скажи. Уже говори. Вот, девочка, смотрите, какой торт. Классный. Мне почему-то кажется, что там он будет вафельный. Я не знаю. Как вафельный? Ну, почему-то мне так форму напоминает. Не думаю. Не знаю. Это в этом новом магазине, что вы говорили. Да, да. На нашей улице. Ну, как от вас выходишь, и вот там. Искали пиво безалкогольное. Нашли. Но оказалось не пиво, а Budweiser. Там что-то яблочное какое-то. Не попробовали, не взяли? Нет, даже не брали. Взяли. Мы пробовали у нас, нам не понравилось. А вы вообще не пьете, что ли? 4 года в январе будет. Прямо вместе? Да, на вегетарианство вместе перешли. А, это из вегетарианства. Знаете почему? Не пью. Почему? Закусывать нечем. Закусывать нечем. Раньше там сало, там колбаска, там. А сейчас чем закусить? Огурцом, это жестоко, да? Поэтому как-то оно само отвалилось, мы ничего не делали. Угу. Трансформация происходит души и тела. И я вот, знаете, здесь о чем подумала, что если мы сюда, мы начали вегетарианство, и все дороги все равно вот ведут в Индию. Если ты начал вегетарианство, угу, все равно когда-то сюда приедешь. Да. Да, это точно. Да? Йода, не обязательно вегетарианство, но есть такие, такие какие-то попадания, которые случаются с тобой в жизни, которые тебя все равно в Индию ведут. Вот как ни крути. Причем эти знаки начинаются еще из дома. Сегодня комментарий кто-то мне написал, типа, ну там что-то собирались, сели в самолет, на 3 самолетах прилетели в Гоа. Я говорю, нет, все было не так. Сначала готовились морально, потом материально, а потом собирали чемодан. Оксана пошла в бар и положила телефон, мне говорит 18 тысяч и ушла. 3 года назад 18, может быть. Да, сейчас больше. Может быть уже и 25. Я встрепенулась такая, сижу, слежу за ним. Потом только полезла в телефон, и Виктор говорит, смотри, смотри, официант забрал телефон. А он лежал на меню, и он просто положил сюда вниз. У меня чуть сердце не остановилось. 18 тысяч. Ты чувствуешь, как я вот знала, и как знала предупредить? Да. У меня, может, как у Саши, сарасвати на языке. Может. Идет. Стоп, замер, говорит. Замер. Замри. Потемнело, пришел Рубок, его практически не видно. Он не палит. Очень красивый мужчина, я его когда-нибудь сниму днем. Покажу вам его днем. Красавец какой. Да, 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 привет. Привет. Привет, Рубок, привет. Надо что-то. А есть? Есть. Ну, садись сюда, может быть, это попросторнее вам будет. Замуж не выйду. Сижу вечно на углу. А он сразу убежал, смотри. Он боится нас. Кто? Наш боится. Побольше отойди. Да не, он не стесняется. Чуть-чуть, Оксана, я шучу. Не, ну правда, далеко сел. Вам небольшие сувениры. Ира, у вас всегда проблема, вы собираете коробочки. Ну, я не знаю, может, вам понравится. Коробочку привезли? Да, коробочку. Из материала она 6 уровней. Ух ты! А, ой, у меня такая есть в России, органайзер, я да. Я не знаю, вам это очень актуально. Подвесить? Ага, это актуально. Мы найдем, куда подвесить. Я знаю, оба, там оба, да, платочки, косыночки, носочки, да, там вот да. Это, да. Угу. Вот, да, посмотри. Это рубашка. Спасибо огромное. Это брелок с литовский брелок. Литуания, from Lithuania.
А вы спросите его, пока он знает вообще, где Литуания? Do you know place? Do you know this country, Lithuania? Деяских, Литуания, Балтик кантри, экс. Я ему недавно рассказывала, где Беларусь. Значит, рядом, Беларусь и граница. Оксана, это тебе новогодняя игрушка деревянная с нашим логотипом. Ух ты, здорово. А Новый год будет в Гоа, скорее всего. А какой у вас, логотип канала, да? Сина, Таксина. В прошлом году я так сделала. Интересно, молодцы. Чесночок. Вы говорили, у вас мелкий какой-то. А чеснок это наш, лично мы вырастили без нитратов, без ничего. Гарли. Покажи, так, покажи. Чеснок. О боже, и мне чеснок. Гарли, маленький гарли. Это настоящий гарли. 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 Супер. А это... Ну ничего себе. Какой? Спасибо. Конфеты? Посмотри, шоу, да, шоу. Детел, детел, люк, люк. Ван мо вот детел. Скандал это так, это... Дис воч. Ахэд, о! Да. Покажи, покажи, папа. Потерял Узбекистан шапку. И мы заказали специально. Это Литвения написано. Вот это покажи, одень, папа, папа, одень. Вот, здесь написано. Спасибо. А я, кстати, я ему недавно сказала, я говорю, Саши, у тебя так много друзей со всех стран, проси их кепочки привозить, потому что он очень любит кепочки, а у него только одна — Узбекистан и Париж. Россия он потерял, потерял кепку. Спасибо огромное. Спасибо. На здоровье. Коровка, это вот любишь коровку? Коровку, да, он любит. Happy birthday. Long, long life. Healthy life. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Оксана, ой, Петрусина. Окей. Оксана Петрушина говорит. А он говорит Петрушина? Он тебя зовет Оксана Петрушина? Да, sometimes. Добро пожаловать в Рамбуль. Теплая погода, всегда одинаковая почти сейчас. Не надо теплой одежды, наслаждайтесь. Давайте. Выбирать себе место, куда ходить. Это овощная покора. Овощи в кляре из нутовой муки. Бейсон называется. Разные там, наверное. Different vegetables there. All mix. Mix? Mix vegetables. Mix vegetables. Спасибо. Cheese potato. Мы сейчас поделимся. Потом овощные мумошки. И мамушки, наверное, будут палак. А он мог бы быть моим папой. Ага. Ему 71, а мне 50. Ага, thank you. Ой, мама. Это что, I think this dal? Dal and malai kofta. Малай кофта сейчас принесут. Салат, а где-то салат у нас есть? Малай кофта хивил бринг. Салат, но это чисто по-индийски салат, резанные овощи. Спасибо, спасибо. Угу. Папа, пою. Спасибо. Папа. Вот. И что еще? Малай кофта он заказал, вот дидьода, вот дидьода. Малай кофта и дал, и лепешки, и салат, потому что мы уже наелись. Мы, по-моему, 3 порции заказали мамо, это уже достаточно для пятерых. У нас еще тортик есть, хватит, да. Расскажите, как это кушать, мы же не умеем. Ну, дал вот себе накладывается, это чечевичная такая похлебочка, и накладывается себе, ну, берите, берите свою, да, пока торт в стороночку. А тут где? Чечевичная. А это как называется? Это наан, это лепешка такая, а это роти, это из цельнозерновой муки сделано, а это из майда, это мука высшего сорта. Мама лав наан. Мама лав наан, спасибо. For her also. Мама, I know. Egg. Egg. Only egg is small. Only egg. Why? No. Many, many Maida not good. Oh. We have roti.
А блины по утрам мы лопаем. Лопаем, лопаем, лопаем. Ну я вчера поделилась своим блинчиком. Я подержу. Я хотела мужчину обслужить. А мужчина, ну это тот мужчина, который сам привык всех обслуживать. Да. Самостоятельный, слава тебе, Господи. Я вчера ему говорю: Саша, я тебе не буду готовить ужин. Ищи себе еду. Он спокойно пошел, ушел и нашел себе пропитание. И добыл добытчик. Как там Ира говорит, как-то так? Я себе решила просто вчера гречку сделать. Нет, положи. Гречку не ешь? А он гречку, ну как, он ест, но почему-то у него всегда находится повод сбежать. Он говорит, я буду есть, это все вкусно. Ой, меня позвали. А чеснок он кушает? Борщ. Чеснок, да, кушает. Мы едим, ага, чеснок, спасибо. Чеснок мы любим. Чеснок мы очень любим. Обожаем. У девочки здесь это овощи. Салатик, да. Угу. Бразер. И на бразер. Брат, кушай. Да. Так, девочки, давайте. А, салат. Девочки. Салат. Girls. This is lemon. I can put lemon on top. Ага, сейчас. Ну вот так они делают типичный индийский салат. Значит, морковка, огурец, помидоры, лук, кукумбар. Окей. И немножко лимона кладут, там ничего не соленое, не лимонное. One tomato. Окей. Сеньки. Мама. Давай. Тора. Ван кукумбер, ван томата. Carrot and one tomato. Okay. И вот это салат. This is very good. Tomato. Изучай английский. Cucumber. Ну вы, наверное, же знаете слова томата, кукумбер. Кьюкумба. Я говорю, Ирина, что надо туристам? Ту тикет, ир ту бир, и два бир, ту бир. Ну бир не обязательно. Сейчас пиво у нас уже все, значит только ту тикет, все. Чай. Если ты говоришь чай, значит тебе подают чай. Этот папа чай, Исмин масала чай. Это чай вам... Это просто с молоком. Если вы скажете чай, по хинди тоже чай это чай, но только с молоком. Если ты скажешь ти, значит тебе черный или зеленый чай нужен. С лимоном. Да, это две большие разницы, ти и чай. А если хочу масала, надо сказать масала. Чай масала. Also possible, but if you say чай, only чай. Да. If you want without milk, you say black tea. Если ты хочешь без молока, значит говори black tea. If you say чай, they already put milk. Да. And they put sugar also. А если по привычке по-русски ты скажешь чай, значит тебе принесут с молоком. Некоторые ругаются. Я не хотела молока. Хотела, только не знала. Так, это они принесли малай кофта. Это такие две как бы котлетки. Соус сладковатый немножко. Котлетки сделаны из панира и картошки. Внутри должен быть орешек кешью. Каждый делает по-своему, да. Я на канале делала несколько раз. Вот, и в каждом ресторане абсолютно свой вкус. Где-то спайси, где-то сладкий, где-то соус белый, где-то красный. Островато? Нет, это не острое, вот это как раз... Не-не, вот это вот перед этим было. Нет. Нормально? Фуас кат фо три пат. No, two pat. I will have only short. Знаете что, надо было нам одну пополам? Нет. Я лопну. Very good party. Хорошая пати, спасибо за сегодняшнюю вечеринку. У нас еще один гость присоединился. Очень многие в Индии считают, что надо на свой день рождения делиться с тем, кому хуже. Покормить собачку, корову, ну, бездомному какому-то дать что-то, еды какой-то. Поэтому вот это good karma, то, что ты сейчас делаешь. Такие добрые собаки здесь. Да, давайте еще немножко ей нано дадим. А ты куда пошла? Нет, ты не туда. Давайте еще чуть-чуть на лепешечки, Виктор, дай. Можно, или из серединки самые вкусные. Ну если собака ест лепешку, нет, оно просто выпало у нее изо рта. Если собака ест лепешку, значит она голодна. Ой. Ой, папа. Все, happy
happy, happy? Happy, happy. Очень happy. Очень happy. Happy. Как с тобой мелкими кусочками. Да, понял. Ты горячая, он говорит. У тебя температура нет? Не знаю. When mama tells me, papa, you hot, I say, I'm alive. Когда говорит, она мне говорит, что ты горячий, я говорю, я живой, значит, раз пока горячий. Но иногда температура, я волнуюсь тоже за него. Но у него температура дольше одного дня не держится, и очень-очень редко. Он говорит, я просто отлежусь, и она пройдет. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Victor. Happy birthday to you. Have a long, long, healthy life. Be happy all the way you go. Do whatever you like. Be happy. Happy, happy, happy. Как тортик назывался? Black Forest? Only 5 pieces. Я даже не читала. Много не режь, все уже достаточно. 5 штучек. Шестой. Остальное заберете домой себе на чай. А может, рубку надо еду заказать? Не-не-не-не-не-не. Давайте. Happy birthday. Happy birthday. Самое главное здоровье, Витя, тебе здоровье. А остальное все будет. Вот какой красивый, да, Ира? Yeah. Nice. Beautiful. А чего мне первый? Девочка, во-первых, а во-вторых, самая дальняя, самому дальнему. Скажите, чтобы тарелку принесли. Tell them bring a plate. Хороши, надо ходить везде. Да. Даже в женскую баню. Саши, necessary take everywhere. Even in sauna, woman sauna and woman баня. Because папа arrange everything. Пойдет? Да. Пойдет, баню он любит. Любит баню? О, обожает баню, что ты. Одно время он у нас в Санкт-Петербурге каждый день в баню ходил, пока давление не подпрыгнуло. Вообще каждый день. Сегодня, сейчас ваш день рождения, и вы должны первый кусочек дать своей жене по индийской вот такой традиции. For your beautiful wife. Для вашей прекрасной жены. Yeah. Open, open. And now you give it. А теперь ты ему свой кусочек. А что это означает? Ну просто забота друг о друге. Kind of love. Yeah. Very nice. Happy, happy, happy. Спасибо. Happy, happy. Happy, happy. Все, теперь можем кушать. Ой, Рупа как раз подоспел вовремя. Тарелку надо. Плейт, плейт. Нет, а что, не могут принести? Куда, куда, куда? Иди сюда, вон тарелка. Куда, куда? Чай. Лемон си. Папа, give to Rupa my чай. Я не пью. Он пьет алкоголь, он не будет чай. А, не будет чай, хорошо. Ага. Ладно, хорошо, благодарствую. Большой просто. Я хотела на 5 рупий. А мне принесли. Я люблю такой, чтоб на 15. Да. Вам, девочки, сахар. Нет, сахар. Куда сахар? Ну, кейк. Чаевые отдал. Он отдал чаевые. Beautiful. So nice. Спасибо за приглашение. Thank you for invitation. Спасибо, что пришли. It was very good birthday. Этот день мы провели вместе. Нам было не так скучно. Спасибо. Yeah. Оксана, большое спасибо, что пришла. Большое спасибо. Я болею, я очень аккуратно. Да-да-да, я вот так. Спасибо. Рупа, большое спасибо. Ой, я хочу с Рупаком меня заснимите, с Рупаком. Большое спасибо. Большое спасибо. Вот туда смотри, туда смотри. Подержи пока, сейчас я им сделаю фоточку. Большое. Так, ну все, я нафоткала вас. Давайте, хорошо, спасибо за приглашение. Хорошего вечера. Да. До скорых встреч. Хорошо посидели, очень вкусно. Очень покушали. Хорошо. Ням-ням, это важно. Это важно, ням-ням. Нас накормили, а то мы тут голодали. Голодали. Так, где, ага, вот это. Ер подарок. Фенича, да, моя мебель, новая мебель.
Пошли. Может, смотри, сколько секций. Это что, обалдеть? Угу. Ну, у меня такая есть дома в Санкт-Петербурге. Удобная штуковинка такая. Может, повесите? Да, надо найти, куда повесить, и будет мама, нам счастье. Удобно, пошли, да. Все, пошли, давайте. Пока, папа, пока. Пока-пока. Пока-пока. See you. Be careful. Мама, папа. Ой, господи, ой, как что-то мы объелись. Немножко. A little bit too much food. I know. Кекс последний. Again no light in Arambol. No light, kaput light. Опять нету света в Арамболе. Что ж такое-то? На минутку к другу Шараду. Шарад. На минуточку. И домой. В этой стороне есть свет. Вот от перекрестка свет есть. Ой. How are you, Шарад? Good, how are you? Fine, very fine, thank you. There no light. Yeah, that side no light. Что случилось? What happened? It's long time. Вроде в нашем районе есть свет. Все, друзья, может быть, там у нас и нету на веранде света, поэтому я с вами прощаюсь. Счастья вам, здоровья, радости, добра, процветания, хороших друзей. Мир вашему дому. Берегите друг друга. Берегите себя.